Так, привет. Вот сама карта. Focusrite Scarlett Solo второе поколение. К ней вот по этому кабелю подключена вот такая вот гитара. А, соответственно, сама карта вот этим кабелем подключена в ноутбук. Здесь у меня наушники. Ну, самые простые, маленькие, от айфона, чтобы слушать, что я буду играть. Ну и сейчас я покажу, что и как устроено. То есть вот у нас карта подключена. Мы берем моя самая любимая программа Reaper для звукозаписи. То есть другого ничего и не нужно, этого хватает. Вот она загрузилась. Здесь у меня уже тут проект есть. И вот это... А, можно вот тут посмотреть настройки, во-первых. Что вот она, карта ASIO. Это ASIO драйвера, Focus USB Audio. И вот здесь, если зайти в конфигурацию, то есть тут мы видим, что это Scarlett Solo второго поколения, такой-то драйвер, все дела. Так. Здесь все окей. Соответственно, здесь у нас должно быть нажато красное. Здесь вход именно номер 2, потому что мы считаем слева направо, это первый, это второй. Ну, тут и подписано, что вот второй, вот первый. Соответственно, мы выбираем в данный момент второй, потому что сюда вот подключена гитара, и лучше вот галочку вот эту ставить на инструмент. То есть, если это линейное, это, например, какой-нибудь, не знаю, синтезатор, может быть. А инструмент, вот инструмент, направо галочку. Ну, здесь регулируем уровень сигнала. Здесь уровень выхода на наушники, либо на мониторы, если они подключены. Ну и директ мониторинг. Если мы его направо включаем, то можем слышать гитару напрямую в наушнике, минуя компьютер, минуя ноутбук. Просто вот мы сюда воткнули, и вот она отсюда пошла, и мы слушаем. То есть, ну там без обработки тогда, чтобы вот... У нас увидеть все обработки, нужно, чтобы вот сюда был выключен этот директ-мониторинг. Ну, в общем, вот гитара, да, подключена. Сейчас буду камеру сюда поставлю, чтобы было видно, и, как она называется, звуковая карта и монитор, что на мониторе происходит. Так, в общем, вот сейчас я нажму здесь тоже запись, чтобы потом прямо этот файл и сюда и добавить, чтобы мы вот сейчас, видите, идет, видно у нас и вот здесь вот, что гитара, и там, соответственно, и видно, что у нас здесь пишется. Но сейчас вот играет гитара чистая, соответственно. Итак, здесь у нас гитара чистая. А теперь мы заходим сюда в кнопочку FX. Она должна быть вот зелененькая, включена. У нас загружается вот такая вот история, да? Все видно. И вот у меня здесь закачан сейчас вот этот плагин VST3 Guitar Rig 6. Guitar Rig 6, соответственно, здесь. Если я включаю вот сюда, он начинает быть задействован. И звук уже будет совершенно другой. То есть сейчас вот эта вся дорожка, которая там пишется у меня вот там сзади, она будет сюда на видео наложена. Ну, где именно звук гитары, чтобы было понимание, что там было и как ну, записывалось, да, чтобы было слышно. Я сейчас вот так вот сделаю поменьше, чтобы было здесь видно, что тут пишется, да? Вот у нас здесь включено. Здесь сейчас ничего не идет. А вот я уже включил тут какой-то пресет. Ну, например, просто. Тут совершенно сейчас другие уже звуки. То есть никакой задержки там прямо, ну, не знаю, там, кто там слышит какие миллисекунды. То есть я играю в наушниках прямо то, что я слышу, то и играется. То есть...
такой пример. Здесь, например, можно выбрать любые варианты. Вот, не знаю, что такое КМ. Видимо. Ну да, какой-то миско. Так вот, в общем, надеюсь, что если необходимо, в общем, где взять эти там плагины, там вот Guitarrig, еще есть классный плагин Bias, все скину ссылки, помогу скачать, никаких проблем нет, установить, вот устанавливаем Reaper, вот версии тоже есть бесплатные, есть там любые, в общем, версии, какие необходимы вам. Вот, и устанавливаем, подключаем, карта, все работает вообще, вот так вот, огонь. В общем, вот такая вот карта Scarlett Solo Focusrite второго поколения, как она работает с плагинами гитарными, как она работает с программой Reaper, это программа для звукозаписи. Ну вот у меня ноутбук совершенно обычный, 10-й Windows, по-моему, стоит на нем. В общем, все, удачи и на связи. Пока-пока.